На Первом канале продолжается премьерный показ третьего сезона военного детектива «Шифр». В сюжете 11 и 12 серий, выход которых ожидается с 30 ноября, мы увидим, что Анна выдает себя за одну из девушек Великанова. Таким образом, она хочет узнать тех, с кем у Жакея были отношения. А в то же время Проскурин с помощью девушек понимает, что на скачках был незаконный тотализатор и Великанов в нем участвовал. Затем по наводке Проскурин приходит в дом Искры, с которой последнее время встречался Великанов, и организовывает обыск. При осмотре жилища обнаруживается пособие по обучению французскому языку. А Ирина дополнительно находит статью в газете о том, что некий дипломат Градов вскоре должен уехать во Францию и стать новым советским послом. И после этого подруги пытаются всеми силами найти эту загадочную искру. Но выясняется, что никто ничего не знает, кроме того, что совсем недавно она уволилась и пропала. Затем Соня вспоминает кадры из репортажа московского зоопарка. Там, на одном из снимков, она видела того самого Градова, который оказывается большим любителем змей. И эта находка наводит девушек на мысль, что именно Градов вместе с Искрой могли отравить Великанова, а затем спокойно сбежать в Париж. Премьера новых серий состоится с 30 ноября на Первом канале. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.